Написано Колоссянам 3 глава, 1-2 стих. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не на земном». Наша жизнь, наше шествие за Христом – это помышлять о Христе. Это трудиться для Него, это стремиться к Нему. Чтобы когда мы предстанем там, пред Ним, нам было не стыдно посмотреть в Его глаза. И чтобы Он тоже с улыбкой смотрел на нас и сказал нам: «Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Там, где ждут у нас уже, да, ушедшие перед нами. Друзья, давайте помнить об этом. Давайте стремиться идти за Христом в этой земной жизни, не опираться на земное, а уповать на Господа. И помнить, что придется однажды предстать пред Богом, а потом будет суд. И с какими мы глазами будем смотреть Христу в глаза. Аминь. Так проживи, чтоб на земле остался ты в памяти людей на долгие года. И каждый помни, с кем хоть раз встречался, твою улыбку, смех твой и глаза. Так проживи, чтоб было очень ясно, насколько ты далек от суеты. Чтоб жизнь свою не тратил ты напрасно, а лишь о горнем в жизни думал ты. Чтоб не было до горечи обидно, оставив все, что здесь ты накопил, чтоб даже после смерти было видно, что ты земным совсем не дорожишь. Так проживи, чтоб для людей остался ты навсегда, как самый лучший друг. И с каждым из родных, чтоб ты расстался, не причини им горести и мук. И в тот момент, когда рука разлуки тебя для вечной жизни позовет, плачь, не тоскуй, ломая руки, ведь любящий Христа вовек живет. И в небесах, когда вокруг ликуя, увидишь тех, кто раньше уходил, ты с радостью поймешь, что жизнь святую ты не напрасно на земле прожил.